Всем привет, с вами Ксидай Клаус, и сегодня, зайдя в свой дискорд сервер, я увидел, что там сидят два человека в привате на два места. Казалось бы, что такого? Но дело в том, что с этими людьми мне уже приходилось сталкиваться, поскольку эти люди стримили с читами на сервере, и я их палил, из-за чего получал тонну негатива с их стороны в свой адрес. Ну, официально, чтобы когда к нам гости заходят, чтобы все это видели, понимаешь? Ставьте за им. Лайков столько, за что? Да просто реально этого не заслуживает. Я решил тайком подключиться, послушать, о чем же они вообще общаются. Так, прямо сейчас я отключаю микрофон и присоединяюсь к ним третьим человеком в приват на два места. Что за звук? Секундочку. Смотрю. А, это, да это у меня в телефоне внутренний. И каково было мое счастье, когда, посидев минут 10 с ними в разговоре, я понял, что сейчас они проходят какую-то карту на своем личном сервере и даже случайно спалили его IP. У тебя IP не работает. А, где... Зашло. Зашло, ну значит ты просто не копировал неправильно до этого, вот и все. Как неправильно-то? Ctrl-C, Ctrl-V. Не знаю. Поэтому я решил зайти к ним на сервер и их затроллить. Но, естественно, я зашел не со своего основного никнейма, потому что они бы меня сразу же узнали. Я зашел с никнейма Хаги-Ваги. Сразу же скажу, что видос получился очень смешным и очень интересным, поэтому советую вам посмотреть его от начала и до конца, вы об этом по-любому не пожалеете. И также данный видос я записывал в свой день рождения, мне исполнилось 20 лет, поэтому лучшим подарком от вас будет, конечно же, подписка на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, естественно, лайк под этим видосом. А если вы еще и в комментах напишите какое-то поздравление, моему счастью не будет предела. Ну а мы погнали. Пошли сейчас в дом. Так, они идут сейчас в какой-то дом. И я подключаюсь. Да? Кстати, тут на чертке у всех гемот. Это плюс для меня, потому что мне будет намного легче их троллить. Это карты, наверное. Забей. Карта в табе у тебя? Да тут NPC обычные просто появляются и все. Они пока все еще не поняли. Так, давайте я возьму сразу зелень невидимости. Какой тупик, не тупик. И возьму, наверное, молоко сразу же. А, нифига, чекай, тут шахта какая-то, колодец. Ну-ка, подожди. Какой-то шахте. А я могу? Тут в колодце, нычка. Чекай. Блин, нет, не могу. Я умираю, даун! А, вот колодец, все, я их нашел. Вот нечего лезть, понял? Будешь знать, на кого лезешь. Да все, вылезай. Пошли дальше проходить. Так, нифига, тут броня есть. Пошли в дом, они нашли какую-то броню. О, я ее надел. И давайте сейчас как-нибудь их затроллим. Давайте поставим лаву. Сейчас я залью лаву. Только это надо как-то делать беспалевно. Как ты меня бесишь, ты такой тупой. Лаву я могу разлить, знаете, где-нибудь, пока они не видят. Ты можешь проходить карту нормально или чё? Окей. Все, отстань. А, ну все. Слышь, тут еще вторая броня для тебя есть. Иди че. А че за лава? Ой, закрой, да, закрой. Туши дом. Эту комнату я тоже забыл. Там броня есть. Так, а где есть броня? А, вот там броня есть, возьми. Самое главное. Здесь. Да все уже все нормально. Вот тут я тоже залил лавой. 36 секунд осталось. Найс, лава есть. Все, летим назад. Знаете, это пор... Да откуда она появляется? Че, вообще идиот, хватит портить карту. Убирай давай. Давайте сейчас этого чела возьмем и зальем лавой. Меня зажало! Ты не умрешь? Ты че, дурак? Ты зачем лаву-то опять поставил? Че, вообще дурак? А у меня ГМ-ка есть? Ну вообще не должно быть, как бы, я же тебе ноль давал. И нет, не прав, ни ГМ-ки, чел, ты меня все забрал. Так, ребята, я обнаружил, что тут доступна команда Minecraft. Я опять какую-то хрень. И сейчас можно с никнейма Хаги-Ваги написать. Есть, я не знаю, зачем они нужны. Так, только сейчас надо подумать, пока что написать в чат им. Да в смысле, он опять поджегся? А что за... Так, давайте я сейчас вот встану сюда, выпью, наверное, молоко, чтобы они меня увидели. И буду просто стоять, чтобы они думали, что я NPC. Они же предполагали, что я NPC. Он весь поджегся. Сейчас у них дом сейчас весь сгорит, ё-моё. Все, стоим. Убирай лаву. Я с карты начал. Я тут при чем? Чё за претензии опять ко мне? Ты бесишь. А, чё это такое? Где? Серёга, на дереве. Где еб***ь? Хаги-Ваги. Ну вот твой NPC, привет. А чё он стоит? А чё ему лежать, что ли? Ну-ка, подожди. Сам не говорил, это NPC. В чем проблема, просто его игнорируют. Он нас бьет. Так, все, ребят, с ним не двигаемся. Он меня сейчас, наверное, будет пытаться там либо бить, либо сталкивать. А я просто подожди, буду двигаться. Он не ударяется. Ты говорил, ты мне что сказал? Это NPC. NPC, ты его даришь? Это блок. Так я знаю, что это такое. NPC где? Да вот он здесь. Здесь, я его не вижу. Вот тут, вот. Иди сюда. Выбиваем зельку. А где он? Уже нет. Я нашел дневник. Какой дневник? Подожди. Мне кажется, сейчас его друг думает, что он обманщик, потому что тот его звал показывать NPC, а потом NPC просто взял и исчез. Слушай, дело номер 49. Подозрительная группа лиц, предположительно... О, они там что-то нашли? Занимается... Что-то читают? Мне кажется, самое время, чтобы сюда заспавнить лаву. Ставим лаву. Опа, не получилось чуть-чуть. Ладно, да, опять успели. Лава, найс. Охота за скотонистами почти закончила, мы с командой нашли место. Давайте сюда поставим лаву. Осталось!
Так, он там какой-то сюжет читал, там было какое-то, видимо, дело. И давайте сейчас через Майнкрафт мины пишем. Ничего страшного нет. Дело провалено. Ну, так, что искать еще? Я думаю, здесь что-то еще есть, 100%. Где? Да тут что-нибудь. Вот, чтобы со звездочкой писалось. Алло. Дело прервано, игра началась. Че это такое? Ну, пи***ц. А, да, я понял. О, ну-ка, нажми. Ну-ка. Это что? Че это? Нифига. Так, они нашли какой-то секретный подвал. Так, давайте выпьем молоко и будем стоять вот тут. Открой меня. А, чё это? Подожди. Чувак, сюда иди. Всё, стоим, не двигаемся. Как в подвале? Сюда иди. Выпиваем опять зельку невидимости. Тут опять эта хрень. Всё, выпили. Да вот же она. Да, он. Вот и подумаем с ним поведением. Чёрт. Всё, сидит. Ты чё, дурак? Я телек чекаю. У тебя есть канал ТНТ? У меня есть мюзик. Я понял. Он спросил про ТНТ краски. И давайте поставим и взорвем. А, у меня динамит взрывается. Где? Вот здесь. Ставим опять динамит. Я бегаю по каркасу дома. Отстань. И взрываем. У меня опять динамит взорвался. Так, ладно, что-то этот Леха наезжает очень сильно на этого дейзера. Давайте дейзеру немного поможем. И выпьем сейчас молоко. А, даже не буду выпивать. Я сейчас развеюсь сам из ваниша. Все, невидимость исчезла. Ты где? Я у дома. Так, о. вот он. Нашел? Я нашел NPC. Давай его закопаем. Давай. Они меня реально просто взяли и закопали. Может, у лавы зельем? У тебя есть лава еще? Давайте пьем зельку. Все, у тебя есть еще лава? Зельку? А че он исчез? Он опять исчез. Чувак, это норм? Норм. Так, а куда они убежали? Кто-то видел? А, вот бегут. Давайте ударим его. За мной иди, все. Я иду, меня бьют! Кто тебя бьет? Че ты гонишь? Да, о, нифига, тут какая-то дорога, прикинь. Боже, чел хорош! Я тебя не бил сейчас вообще-то. Давайте лаву зальем. Бля. Так, смотрите, тут есть какой-то дом. Давайте я, короче, под этим домом поставлю много TNT. И сейчас я подожду, когда они сюда прибегут, и взорву. Так, ребят, все, смотрите. Так, он строится вверх. О, нормально. Он стал телеком. Так лучше. Так, блин, лучше. Так, все, да, он спрыгнул и взрываем динамит. Закопаюсь. Обратно лезь. Он взорвал. Так, ну, и давайте не сейчас не на эту нормально, штуку вообще встану нормально. Я. И сейчас по итогу у нас никаких вещей нет. Вообще никаких вещей всё, нет. Все, и стоим. А? Просто стоим. Смотрим туда. Блядь, я упал. Чувак, посмотри туда. Вот туда вот, где ты стоял? Где? Да вот там вот. Понял, ты меня скил. Ну все, ребят, можно начинать уже действовать активно. Хоп. Заливаем, а в смысле? Ты чё тут происходит? Ребят, так не особо интересно. Давайте, короче, я сейчас возьму табличку и как-нибудь попытаюсь их забайтить на то, чтобы они мне выдали какие-нибудь права. Давайте вот сюда поставлю ее, чтобы продолжить. Пропишите /оп хуги вуги. Все, ребят, написали. Сейчас самое главное, чтобы они это увидели. Можно поставить динамит, я думаю. Вот сюда, допустим, поставлю динамит. Да сними эту маску, она стрёмная. Так, и... О, все, увидел. Чтобы продолжить, пропишите оп. Так, стоп, он мне реально выдал оп. И чё это? Что будем? Так, ну, остань. Сейчас уже можно будет не нормально развлекаться. И сейчас давайте на месте воды я поставлю лаву. Сет лава. Смотри на дом. Блять, я сгорел. Все, я на спаунпоинте умираю. Давайте сейчас построю тут такую платформу из невидимых блоков. У нас... Да смысл? Что он творит? О, чел, вот зря ты, конечно, побежал. Он спрашивает, Хаги-Ваги, ты кто? Давайте ответим ему. Я Хаги-Ваги. Я Хаги-Ваги. Все? Леша пишет Хаги-Ваги лох. Сам лох. Меня забанили. Да какой забанили? Никто не может. Меня забанили, тупой. Это мой сервер, это мой сервер. Никто я тебе еще раз повторяю, ты. Тебя забайтили. Он пишет, сейчас подарок. Че он пишет, стой. Давайте вначале дадим ему много алмазных блоков, хотя зачем они ему? У него тут топка. О, нифига, он мне алмазы дал. И баним его. А, меня забанили, нормально. На моем же сервере. Че за хрень? Это вообще не нужно. Ты тупой. Сам ты тупой, понял? Что ж, ну а на этом я думаю, что уже можно и заканчивать. Я надеюсь, что вы от души посмеялись. Надеюсь, что вы меня не будете сильно осуждать за то, что я их так вот троллил. Но я думаю, что они этого заслужили. Я им, так сказать, немножечко отомстил за то, что они делали со мной, и за то, что они говорили про меня. И также, ребят, я еще раз повторяю, что в день записи этого видеоролика у меня день рождения. Поэтому самым главным подарком, который вы мне можете сделать, это подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Поставить лайк этому видеоролику и написать теплые приятные слова в комментариях.
Ну, а на этом я думаю, что уже можно и заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Клаус. Сегодня мне исполнилось 20 лет. Всем удачи и всем пока.